И всем добро пожаловать на канал Летний. И тетика, это опять игра. Точнее, не сегодня, а продолжение, потому что я снимаю сразу же после другой трэшовой игры. И это тоже, наверное, трэшовая игра. Называется «Злые монстры» по-английски. Я переводить типа на английский не буду, поэтому поехали. Первый уровень. Хорошо. О! Музон такой знакомый. Так, ретриви антидот на все косты. Окей. Музяка классная, кстати. Музяка мне нравится, но игра сама что-то пока что выглядит не так. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Нихуя себе первый уровень, блядь. И нахуй! Бля, как бежать-то? На нахуй, блядь. Ебадич. Пиздос. Чё там скулишь, блядь? Иди нахуй. Где еще? Так это что? Ууу, дробыш. Чё мы, блядь, сразу мне не дали его? Я что, я его не видел. На нахуй. Да, блядь, дробыш, чё не берёт-то его? Окей, вон еще один. Сука, на это винтовку надо. Как прицелиться? Окей. Ну-ка нахуй. Все, пошел нахуй. Окей, там еще сверху вижу вон. Окей, пистолет. Ух, снайперка, да? Это снайперка была? Ну, нет, это не снайперка, мне показалось. Сука, идет. Так, а тут лесенка есть, да? Ебать, вас там много, дробыш. Блять. Ебануться не встать. Ебать. Да сдохни ты, блядь. Дробыш. Без дробыша вообще никак. На нахуй. На нахуй. На нахуй. Ебать. Первый уровень, да? Серьезно, первый уровень. Я ебу. А зато патроны дохуище. Управление, конечно, опять ни в что не идет, потому что, блядь, это вот это неудобно, пиздец. Так, еще какие-то чудики, блядь. Ну, пошел сюда, блядь. На нахуй. Что случилось? Ну-ка ты иди сюда, блядь. На нахуй. Во, хорош. Дробыш, это, конечно, мощно. Ага, вот еще один. На-ка нахуй, на-ка нахуй. Блядь, что его не берет? Давай, перезаряжай быстрее. Все. Молодцы, поехали далее. Поехали далее. Куда тут дальше идти? Хер его знает, почему бежать нельзя. Вот это что? Перезарядка, окей. Прыгать я не знаю зачем. Бесполезная функция тут, конечно же. А не, ну тут только с дробышом ходить.
Так, это я по кругу прошел, да? Окей, прыгаем тогда. Вот ты, блядь. Хлипенький какой. Чё, закончились монстры, что ли? Да нет, не верю. По-любому еще где-то запрятался один скотина. Что это за странное место такое? Тупичок, чтобы загнать меня, да? Возможно, возможно. Так, сядь за этот. Нельзя. Нельзя. Управление тут, конечно, такое жесткое, ж прям. А что я на другую, на второй уровень нельзя? Вот пауза даже не работает. Или работает? Как-то странно она работает. Ну, типа, первый уровень завершен, да? Чё-то я не пойму. Не все, что ли? Подожди. Где-то еще, значит, есть какой-то падла. Так, это надо будет замазать. Ну вот какая-то дверь, по-моему, нам сюда. Да, левел второй. Окей. Так, дробыш возьми. Чё ты, бля? Без дробыша вообще жестко будет. Это какой-то ад, что ли? О, ясно, ясно. Что-то нихуя непонятно. И нахрена я сюда пришел? Так, джамп. Окей. Окей. И пошли в дверь, да? Ну, пошли. Чё у меня ружьё меняет постоянно? Ой, бля. Ой, бля, иди нахуй. Чё дробыш его не берёт-то? Сука. Я ебу. Шо за хуета? Блядь, сейчас кончится у меня это все. Сука, я не могу попасть. Да я попасть в него не могу. Я не могу попасть в него. Жесткий пистолет, надо автомат. На. Да, блядь, меня пальцы не выгибаются настолько, чтобы крутить. А дробыш, давай. Сука, кве. О, наконец-то, блядь. На нахуй еще, блядь. Фу, блядь, какой ты тошный. И что дальше? А, вижу, вижу. Я ебу, так экран можно поломать. Пизда. Дробыш только так. Блять, можно это как-то удобнее сделать? Чё это красное там? Ну-ка, пойди сюда, блядь. Ну, иди сюда, блядь. Ну-ка, иди сюда, блядь. Чё тебе не... Во! Ой, бля! Нихуя! Так, меняй оружку. Меняй оружку. Какой автомат, бля, вот это вот. На нахуй, блядь.
Сука, вот это эффективнее даже требуша. Ну-ка, иди сюда, блядь. Голову, блядь. Чё, ты чё, блядь? Завис, что ли? На нахуй. Походу, завис. Да, чё-то подвис немного. Бывает. Окей, тут ничего интересного. Музяка, конечно, хорошая, но, блядь, на этом только и закончивается все. Опять ты, блядь. Задрал уже. Ну там еще один. Да? Ну-ка. Отсюда не берет его. Окей, давай дробышом попробуем. Ой, блядь. Не, ну дробыш вырубает их. Еще один, да? На, нахуй. Окей. Приблатыкался я к управлению немного. Подохни, блядь. Дичайшая игра. На нахуй, блядь. Еще одно, блядь. Дичайшая игра. Ее, наверное, стоит на эмуляторе играть, потому что здесь пиздец просто. Да иди сюда уже. Блядь. Сдохнешь когда-нибудь, нет? Наконец-то, блядь. Так, здоровье 150. Окей. Так, сейчас бы поменять на что-либо полезное. Сдохнет. Еще с дробыша тебя уебу. Точнее, сдохнешь. Давай-ка, иди сюда, блядь. На, нахуй. Окей. Дальше чё? Чё дальше-то? Уровни здесь, конечно, очень долгие. О! Да вырубись ты, ёб твою мать. Окей. Поехали дальше. Поехали, пятый левел. Иди сюда, блядь. У вас тут много. Так, может быть, пистолетом его уебошить? Нет. Пистолет проблемный. Так, давай-ка того сдалека уебашить попробуем. И где-то там... О, на этого дробыш надо. Чё, блядь, за гуманоиды? Какое-то нашествие инопланетян, шо ли? Так, я куда залез? В угол. Так, вижу чертил каких-то еще. Ну-ка нахуй, иди сюда. Вот ты, блядь. Дробыш. Похуй.
Ага, вас тут много. Иди сюда, блядь. Иди сюда, блядь. Так, один остался, да? Иди сюда, блядь. Окей, поехали дальше. Кто тут у нас? Какой-то гуманоид. Четырёхлапый. На нахуй. Окей, пошли дальше. Угу. Этих дробышом. Этих дробышом без вариантов. Тут, конечно, бы понадобился что-то такое. Дальнострельные. Сдохнет. Сдох. Так, этого с дробыша я завалю. О. Прям супер. Стелс прям. Так, тут кто? А, ну этих это просто. Ты чё, блядь, не берешь его? Так, еще один мудила. В голову прям. Прям четкое попадание. Кто тут? Это тот же самый, да? На. Вот это я понимаю четко. Кто-то есть? Нет? Ну иду я нахуй тогда. В голову надо попадать просто. Блять, завались. Так, тут, ну, без автомата не обойтись, конечно же. Блять, закончился патрон. Представляешь? Ух. Дробыш. В плечо. Окей. Дальше кто? Иди сюда. Иди сюда, блядь. Нихуя ты, блядь, мощный. Горилла, блядь. Как в этом Аутласте. Так, что-то калаш не очень, да? Берет их. Бля, я не попадаю, потому что он сворачивает. Ну, он вроде бы достреливает, а вроде бы не достреливает, я не пойму. Пистолет достреливает, точно. Ты блядская хуйня. Ща, дробыш. Бля. Не вовремя. Так, ну и ты, блядь, иди сюда. Там вас двое или что? Я не вижу просто. Походу, не достреливай, нет? Или достреливай, я не пойму. Все, отвалился, окей. Перезаряжусь. Так, еще там один. Прямо ходячий, прям. Прямо стоячий, или как это назвать правильно. Чё он не вырубает его? Хочу за автомата его заебошить. Во, круто, классно, интересно, все. На этом, пожалуй, надо заканчивать, потому что меня уже заебало это. Ну да, на этом и закончим. Игрушка, знаешь, однообразная, ничего нового не происходит. Все как обычно, давай еще вот этого завалю.
Блять, гуманоиды, я же говорю. Ой, бля, зачем? Ой, оп, блядь, какой внезапный-то. Танцорщик, сука. Все, всем пока. Хватит с меня этой чепухи.